Всем привет! Доброе утро, ребята! Начинается наша рубрика о здоровье. О, доктор, вы полотенце забыли из плеча снять. Не забыла, а специально принесла. Потому что мы сегодня будем учиться мыть руки. Чего-чего? Вы что, шутите? Все же умеют мыть руки. Чему тут учиться? А вот сейчас проверим, как все умеют. И для этого позовем нашего друга Бифи Пузика. А, ну хорошо. Раз, два, три. Бифи Пузик, приходи. Привет, Мишутка. Привет, ребята. А вы знаете, что еще 200 лет назад руки никто не мыл? Даже после того, как сажали растения и выкапывали картошку из земли. И все ходили с очень грязными руками. И поэтому люди часто болели. Пока один доктор не догадался, что нужно мыть руки. Он очень-очень долго всех убеждал, что это залог здоровья. И когда люди начали все-таки мыть руки, то болезни стали отступать, потому что когда руки чистые, микробам очень тяжело заразить человека. Только мыть руки нужно правильно. Ну как правильно? Взял, намылил, смыл и пошел. Да-да, Мишутка. Я видела, как ты и многие ребята моют руки. Быстро моют только ладошки, потом вытирают руки об одежду и побежали обедать. А это неправильно, ведь микробы прячутся не только на ладошках. Они и в складках, то есть между пальцами. Нужно обязательно намыливать каждый пальчик. И большой тоже, тыльную поверхность рук и ногти. Поэтому быстро помыть руки не получится. Минимум 20 секунд. А 20 секунд это сколько? Ну смотри, Мишутка, попробуй медленно считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это долго. Считай, считай. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20. И потом очень важно вытереть руки насухо. Потому что если руки влажные, микробы тут же опять прицепятся. Они очень любят сырость и тепло. А если забыл вытереть руки, то все мытье на смарку. Вот так очень просто помочь своему иммунитету защищаться от болезней. Живет в кишечнике, поэтому ее не забываем угощать полезными кефирами и йогуртами. Все понятно? Все. Спасибо, Бифи Пузик. Пока. Так. Ой, мой любимый кефир. Нет, Мишутка. А ты сегодня мыл лапки? Ой, забыл, сколько тут, наверное, микробов. Все, помчался мыть. До свидания, ребята. И вы, друзья, не забывайте мыть руки перед едой, после туалета и после улицы. Вот на этом сегодня все. Пока.